Почти 600 предпринимателей незаконно привлекли к административной ответственности в Шымкенте. Нарушение выявила городская прокуратура, после чего бизнесменов освободили от уплаты штрафов на общую сумму – 217 миллионов тенге. Всего с начала года защищены права почти 4000 шымкентских бизнесменов. К ответственности у нас по актам надзора прокуратуры привлечено 101 лицо. Это государственных органов к дисциплинарной ответственности, и 7 человек привлечены к административной ответственности за необоснованные проверки бизнеса.